Здравствуйте, с вами канал 24 News. Узнавайте самые новейшие новости здесь. Не забудьте подписаться. Хорошего просмотра. Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому телевидению, что бояться возможности ядерной войны не стоит. Не уверен, не хочу давать оценку. Я считаю, что бояться этого не надо. Бояться не надо Россию, сказал Зеленский, отвечая на вопрос, возможна ли ядерная война. На прошлой неделе президент Владимир Путин напомнил, что Москва никогда ничего инициативного не говорил об использовании ядерного оружия. По словам главы государства, негативные тезисы о возможности применения таких вооружений России используются для негативного влияния на дружеские Москве страны. При этом 24 октября начальник российской войск радиационно-химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Крылов сообщил, что Москва получила сведения о планах Киева применить грязную бомбу. По данным Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В видимости напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда. По расчетам, при падении украинской грязной бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться. Берегите себя.